Всем привет! С вами канал Геральдика и Векселология. Сегодня свой обзор я посвящаю флагу Словакии. Официальный флаг Словацкой Республики — это трехцветное прямоугольное полотнище, стороны которого соотносятся друг к другу в пропорции 2 к 3. На полифлага расположены три полосы равной ширины — красная, снизу — синяя, посередине — белая. В верхней части в левой половине поля флага изображен старинный герб. Он выглядит как белый двойной крест на тройной синей горе, выполненный на красном поле. История флага Словакии очень древняя. Когда-то эти земли принадлежали Венгерскому королевству. Впервые белый крест в червляном поле появился в символике венгерского правителя Белый IV восстановившего страну после монгольского нашествия XIII века. Двойной крест на щите был главным символом короля Белы, чеканился на его монетах и прочие дворцовые атрибутики. Он напоминал о принесенном в IX веке Кириллом и Мефодием из Византии двойном патриаршем кресте. В середине XIX века словаки сделали попытку освободиться от венгерского господства. Их флагом в освободительной войне стало красно-белое полотнище которые они поднимали в авангарде своих отрядов. На помощь словакам, на стороне которых выступила и Австрия, пришли русские войска. Николай I счел своим долгом поддержать братский славянский народ. Помощь России пришлась кстати, и Венгрия оказалась поверженной а к флагу Словакии прибавилась синяя полоса в честь государства российского. В 1939 году на территории Словакии была создана Первая Словацкая Республика утвердившая простой триколор в качестве национального флага. По окончании Второй мировой войны Словакия была объединена с Чехией в единое государство, и на некоторое время о собственном флаге пришлось забыть. 1990 год принес вместе с бархатной революцией суверенитет и смену национальных символов, так триколор вернулся на флаг штоки страны, но его вид несколько изменился, полностью совпадая с российским по внешнему виду. Флаг Словакии требовал уникальных лишь ему присущих признаков. Именно тогда в стране и вспомнили о венгерском короле Бели IV и его щите с двойным белым крестом. Сегодня этот отличительный знак символизирует собой традицию, согласно которой Фельвидик или нынешняя Словакия, когда-то была частью Венгрии. Три Лазаревых горы, несущие крест, это Татра, Фатра и Матра где из издревле жили словаки. Сегодня на территории Словакии фактически расположены только две из них. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч.